Привет, ребята! Выскочил из дому. Сейчас 16:00, 23 января 2020 года. Смотрите, что творится на улице. Блин, класс! К нам в Украину зима пришла. Радости переполняют мою нервную систему. Очень прекрасно, классно. Так сильно не передает, наверное. Ветер начался сумасшедший, ну как сумасшедший, умеренный в принципе, но тем не менее, как видим, да, красота. Сейчас выйду со двора, посмотрим, кто смотрит меня, порадуйтесь вместе со мной, ну наконец-то, вообще шикарно. Неужели я с сыном выскочу на улицу, садим и будем вышивать здесь, бегать, радоваться зиме, которой не было до этого момента. Класс. Вообще шикарно. Ну, теперь, если бы еще вот этот снежок, конечно, прошел, ну, буквально хотя бы часика три, вот ветер успокоился немножко, хотя бы часика три снежок этот шел, и вообще было бы, ну блин, просто класс. Ветер как фуганул, пошла обратная тяга, немножко дыма в дом пошло. Ну ничего, окна на проветривание поставим. Ну ничего, улицу протопим немножко. Ничего страшного. Блин, что, все? Видим, снег прекращается. Дом метров за 200. Уже камерой видно. Ну, туча все равно не уходит. Видим, держится. Держит свою позицию. Как ни крути, а зима порадовала. Будем смотреть, что будет 24 января. Может быть, на ночь дождь пойдет еще. Снег пойдет еще сильнее. И утром встанем, и будут сугробы прям мне по колено. Это было бы, конечно, круто. Ладно, ребят, лайки ставим. Пока-пока. Итак, наступило утро следующего дня, 24 января, и как мы видим, ничего не происходит. Снега нет, на 5 минут он всего лишь навсего пустился, и все. Сейчас ноль, немножко уже подтаяло, так что радость ушла. Одна грусть на душе. Наверное, все-таки мы зимы в этом году так и не увидим. Такие дела. Печально. Ну да ладно. Спасибо за внимание. Пока-пока.